Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите реакцию моего племянника-школьника на АВМ Treasure Hunter. И знаете, что самое интересное? Самое интересное, то, что он до сих пор думает, то, что все это читы, и все это не по-настоящему. И для того, чтобы реакция была более бурной, я ему сказал то, что это все реально читы, и он до сих пор думает, что это не настоящий АВМ Treasure Hunter. Короче, ребята, это будет очень-очень весело. И самое крутое, то, что он будет сидеть рядом со мной, и мы увидим его реакцию. Я прямо сейчас поеду его заберу. Ребята, ждите. Я ему сказал то, что мы будем снимать с ним дуэль. Это будет реально очень трешово. Поехали. Ну и как обычно, халява, на моем основном аккаунте есть ненужный кунай позден. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на канал Кента ПК. Второе, написать в комментариях свое ID. И третье, самое важное, посмотри все это видео без перемоток. Всем желаю удачи. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, ребятки, вот он, мой племянник Дениска. Всем привет, ребят! Ну что ж, Денис, расскажи, почему ты не веришь, что у меня есть АВМ Treasure Hunter? Ну потому что он стоит миллион голды, и у тебя просто его не может быть. И он мне писал в Вайбере каждый раз. Ладно, показывать не буду. Он писал мне в Вайбере каждый раз. Кент, пока! Что у тебя за читы? Скажи мне название. Во-первых, с читами играть плохо. Во-вторых, прямо сейчас я тебе покажу мой АВМ Treasure Hunter. Ты готов? Ну давай. Не веришь? Не верю. Ну ладно, я тебя обманул. У меня нету Treasure Hunter. Я так и знала, ребят. Ладно, я пошутил. Прямо сейчас я тебе покажу АВМ Treasure Hunter. Я знаю, что ты не веришь, но прямо сейчас ты просто будешь в шоке. Давай, давай. 3, 2, 1. Treasure Hunter! Чего? Да, 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 да. Хочешь эту малышку себе? Конечно. Дуэль на АВМ Treasure Hunter. Давай. Давай. Ха, такой довольный. 5 минут later. Ну что же, ребятки, вот мы и зашли за командой. Ну что, Денис, ты готов? Ну покажи АВМ. А зачем тебе АВМ? Че, не веришь? Не верю. Давай, давай, прямо в эту секунду. Я покупаю АВМ. Вот, вот, вот. Чего? Чего? Миллион голды. Описал, что я читер. Кто читер, Кель? Кто читер? А? Нету читера. Вот так вот. Так, ну что же, ребята, прямо сейчас у нас будет битва. Денис, знаете, кто он? Он айпадер. Поэтому, Денис, прямо сейчас бери свой айпад, отсаживайся, отсаживайся, чтобы ты не стрим-снайперил, потому что это, извини, но это битва на АВМ Treasure Hunter. Все, ребята, ну а мы начинаем наш мега-махач, мега-зарубу. Я вот надеюсь, что Денис не будет стрим-снайперить. Я вообще покажу, где он сидит. Вот вот там он сидит. Так, ну чем, мужики, счет 1-0, Кентуха проигрывает. Ну, как минимум, это немножко нехорошо. Все, пацаны, собрались и делом дал-дал ушел. А то я не планирую проигрывать АВМ Treasure Hunter даже моему племяннику. Так, пацаны, ой, блин, так, он там не стрим-снайперит? Не, вроде не стрим-снайперит. Вроде все нормально. Ух ты, блин. Вот так вот с дядей, да? Вот так вот с дядей. Все, 2-0, окей, я понял. Блин, пацаны, это будет печальный дуэль, если я еще проиграю. Слушайте, давайте-ка я возьму мое любимое секретное оружие. Посмотрел, стрим снайперил. Блин, ребят, ну я не знаю, это маленький стрим снайпер, я не знаю, как против него играть. Я буду смотреть, чтобы он не стрим снайперил. То он там сидит, подсматривает такой. Ах, я ты пока, ну ты и нуб. Давай, давай, понимаешь, что дешевый Treasure Hunter, ну давай, чтобы все было по-честному. Опа-па. Ох, ничего себе! Ага. Не, слушай, а давай выйдем в другую комнату. Я не верю. Реально, он подсматривает. А вот тут, в прихожей. Надо этого маленького негодяя проучить. Надо ему показать, как это стрим-снайпер, дядя. Сейчас мы, ребята, все узнаем, он стрим-снайпер или нет. Сейчас мы узнаем всю правду. Тише, поехали. Так, он тут. Видели. Нормально, 5-1, все, пацаны, камбэк пошел. Сразу, только выдвинул в другую комнату, сразу камбэчик пошел. Если я сейчас проиграю, я проиграю скин за 1 миллион голды, вы понимаете, насколько все плохо? Ой, ребята, вот это жестяк. Ну, трындец. Ну, вроде ему нормально дамажил, но по-любому там 10-20 хп, не больше. Давай. Да, 2-5, ребята,
это просто кайф. Кстати, давайте я отключу счетчик FPS, потому что, я думаю, многих он отвлекает. Ну, чтобы знали, FPS у меня примерно 120-130-140, потому что с FPS у меня все окей. Сам Лондон мне помогал настраивать мой блюстакс, но, пацаны, все нормалды, и большим спасибо за настройку мне и тиктаку. Так, ну что, пацаны, счет 2-5, я чуть ничего не вижу, я не знаю, как он так кидает флешки, но я, пацаны, просто полностью слепой. Ага. Ой, красиво, пацаны, ой, красота. Кстати, посмотрите на его аватарку. Аватарка у него очень угарная. Там это я с бантиком, ну, мало ли кто не узнал. Он тут, у него АВМ. У него АВМ, ребята, это трындец просто. Фух, 4-5, блин, пацаны, я просто не верю своим глазам. Вот это пошел камбэк. Я только взял и купил мое любимое оружие, сразу начал камбэчить. Я-то думал, уже ГГВП. Не, слушайте, мой племянник, конечно, стейпады жестко раздает. Я прям не ожидал, что он насколько проигрок. Но он красавчик, определенно, реально он красавчик. Так. Мать моя женщина! Ах ты, блин, 40 хп осталось-то у него. 4-6, ребята. Все, давайте, собрались. Играем просто на полную катушку ради АВМ Трэшер Хантер. Просто, ребят, тут надо думать о АВМ Трэшер Хантер, и тогда начну камбэчить, начну тащить, и все будет окей. Ага, давай. Но. Ну, вы понимаете, что сейчас будет. 5-6, ну а чё? А чё ты думал, я буду сидеть постоянно в одном месте? Не. 5-6, вот так вот Кента пока камбэчит. Фух, пацаны, вот это, конечно, круто. Вот такие дуэли я реально люблю. Я не люблю дуэли, когда выиграю 8-0. Сразу, я люблю дуэли, когда вот так прям тюделька в тюдельку. Кто кого, кто же сильнейший? И, ну, когда мы играем почти на равных. Очень круто. Особенно мы играем на равных, когда я его в другую комнату перетащил. Попал! Ай-яй-яй! Ёлки-палки, 7-5! Все, мужики, давайте, короче, без этого дерьма. Все. Кента пока Крисенштейн активейтед. Он что там разговаривает с Анеткой в соседней комнате? Надеюсь, Анетка ему помешает, потому что, ну, это просто трындец. Вот так вот играет, ну, это запрещено законом, но ёлки-палки. Так, мужики, сейчас этот раунд по-любому за мной. Я его однозначно должен взять. Ну, прям однозначно, прям без вариантов. Ох, ребята, стрёмненько. Чё-то реально стрёмненько. Да, 6-7, оу май. Пацаны, надо еще два раунда, однозначно, любой ценой, не знаю как, не знаю что, не знаю с кем, надо камбэчить, потому что если я проиграю, пацаны, АВМ Трэшер Хантер, ёлки-палки, мой любимый, мой родной, мой маленький АВМчик. 7-7, а он реально с АВМ играет прям очень хорошо. Ребят, вы же мне извините, то, что я не покупаю АВМ Трэшер Хантер, я знаю, что вы все хотите его видеть, но вы уж меня тоже правильно поймите. Когда вот такая вот потная каточка, мне реально не до АВМ Трэшер Хантера, реально мне не до этого скина. Так, все, пацаны, собрались. Не топаем и полетели. Так, у него АКР, кажись, у него АКР. Нормально. Блин, ребят, чем услить? Он бабузу полетел, нет! Да! Камбэк, да, мы это сделали, просто история, я его обхитрил. Ребята, это победа. Денис, иди сюда. Да. Фух, вот это, конечно, пот. Я, честно говоря, думал, что все, минус АВМ, Трэшер Хантер, но нет, мы это сделали. Ну чё, Денис, посмотрите на его расстроенное лицо, Денис. Племянник, не расстраивайся, ничего страшного. Я думаю, все подписчики скажут, ты красавчик, и напишешь Денис стоп. Просто, ребят, просто хэштег Денис, не расстраивайся. Но вы, мои же подписчики, обязательно ставьте лайк. Если вы наберете 10 лайков, то я обязательно возьму Дениса в еще одно видео. Также подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. С вами был Кента ПК и... Дентал! Всем пока!